Привет, с вами Дмитрий и Евгения. И сегодня мы расскажем вам интересные новости в сфере виртуальной реальности. Оставайтесь и вы узнаете, зачем виртуальным очкам молния, как попасть в казино, не выходя из дома, и как почесать загипсованную руку благодаря последнему слову техники. Внимание всем модникам и любителям повыпендриваться. На рынке скоро появятся виртуальные очки, похожие на сумочку. Xiaomi представила гаджет VR Toy. Они чем-то похожи на Google Cardboard. Единственное их отличие – сделаны они из более качественных материалов и застегиваются на молнию. Дизайн виртуальных очков пользователь может выбрать на свое усмотрение на сайте. Сейчас здесь представлены модели по джинсу, леопард, веселый ситчик, military style и просто черные. Девайс появится в продаже уже через несколько месяцев. Ну а пока можно занять себя страшными VR-приложениями. Компания Lionsgate, та самая, что создала когда-то ужастики «Пила», придумала VR-эксперимент не для слабонервных. В качестве рекламы своего нового хоррора под названием «Нерв» компания сделала игру, в которой все желающие могут поиграть на слабо. А именно пройти по лестнице, перекинутой между двумя высотками, покататься на огромной скорости на скейтборде, привязанном к полицейской машине, и сделать еще много чего такого, что в реальной жизни опасно для здоровья. Игру можно скачать для Gear VR и Google Cardboard через Oculus Home и магазины Android и iOS. Если вас угораздило совершить такой трюк в реале и вы что-нибудь сломали, не переживайте. Гипс теперь можно напечатать на 3D-принтере. Это стало возможным благодаря врачам и архитекторам из Новой Зеландии. В отличие от привычного, 3D-гипс сделан из пластика, выглядит как модный браслет. К тому же, он позволяет чесать сломанную конечность сколько хочется. Кстати, о гипсе. Его лучше использовать в строительстве. Если вас посетило непреодолимое желание ваять, имейте в виду, игра Minecraft выходит на Oculus Rift. Так что теперь делать здания из кирпичиков можно в виртуальной реальности. Кстати, приложение также доступно для Geo VR. Майнкрафт настолько популярна, что вполне возможно, что через какое-то время по ней будут устраивать турниры. Ну, как по Dota 2, например. Сейчас заядлые геймеры как раз соревнуются, кто быстрее кликает на мышку на очередном ежегодном чемпионате. На кону 20 миллионов долларов. Посмотреть, как обычные парни превратятся в олигархов, можно в режиме 360 благодаря гарнитуре HTC Vive и приложению VR Theater. Ну, а если вы сами азартны и любите поиграть на деньги, то обратите внимание на новое приложение Casino VR Poker. Игра доступна для Gear VR и Oculus Rift. Включая игру, вы попадаете в казино, где в режиме онлайн разыгрывается партия. Задумка хорошая, но почему-то вместо полноценных людей в покер с вами играют летающие головы. Выглядит странновато. К тому же в игре можно покупать фишки за реальные деньги, а вот выигрыши обналичивать нельзя. Печалька. Зато особенно много денег в таком казино не проиграешь, тоже плюс. Их можно будет потратить на что-нибудь полезное, к примеру, новую игру или гаджет. Ну а чтобы узнать, на какой именно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе самых последних новостей виртуальной реальности. С вами были Дмитрий и Евгения. Всем пока!